Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я не могу назвать такое поведение нормальным, но не знаю, какое название оно носит. Человек постоянно пытается быть клоуном, в глазах людей всегда весел, дурковат. При этом постоянно испытывает стресс. Для него чужой смех наркотик, он пытается как можно дольше развлекать своего оппонента любыми способами, хотя самому ему может быть совершенно не смешно. Пытается казаться наивным и глупым, чтобы расположить к себе собеседника, уверен в том, что такому недалекому не страшно доверить даже самое сокровенное. Наедине с собой он даже не улыбается, очень хорошо манипулирует людьми так, что они даже не замечают этого нелицемерия, он не может прекратить быть клоуном и не может по-другому. Ему комфортнее, когда его считают таким же нерадостным лучиком. С реально комфортными себе людьми практически не смеется, но такие, как правило, такого человека мало или нет совсем. Это как-то лечится? Нет, не лечится, потому что это не заболевание. В общем-то, является пределом нормы, так скажем. И, соответственно, говорить о том, что, ну, это нужно лечить, на мой взгляд, несколько грубо, ну, грубовато, на мой взгляд, несколько, так я бы сказал. Вот. То есть, ну, я бы не стал говорить о том, что это нужно лечить. Вот. Потому что если человеку нравится, да, если человеку нравится, если человека все устраивает, если это не снижает его качество жизни, вот, то я не вижу никаких проблем. Да, вы говорите про стресс, и, ну, в общем-то, понятно, само собой, разумеется, что ничего хорошего, как бы, стресса нет. Ну, для человека ничего хорошего нет и не может быть. Но это же вполне может быть выбором. То есть это вот просто выбор. Вот. Это просто может быть выбором человека. Вот. Так себя вести. И все. Как бы если вы знаете его особенности, ну, я имею в виду вот, особенности человека, то вы либо принимаете это, либо нет. И все. Тут как бы вариантов больше нет, от слова совсем. То есть зачем это менять? Вы кто для этого человека? Вы кто сами? Если вы этот человек и есть, то спросите себя, хотите ли вы меня. Если вы кто-то другой, то, извините, а в чем проблема?
человек такой, как он есть. Вот. Но это поведение в пределах нормы. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.